Что ж, друзья, неспроста мы улыбаемся уже в кадре сразу, потому что мы немножко поржали по поводу наших имен. Кто-то хочет поменять фамилию, кто-то хочет поменять имя. Но если хороший и смешной анекдот, к сожалению, в эфире его рассказать нельзя. Не Анила сегодня у нас в эфире. А уменьшительно ласкать, да, не Анилочка? Да, но это совсем садизм, наверное. Я не настолько жестока, когда называют просто не Анила, я уже рада. Да? Но есть какие-то вообще такие, скажем, уличные трактовки вашего имени? На самом деле трактовок очень много. Все мои подруги по-разному стараются меня называть. Вот. Но я однажды услышала такую притчу, не знаю, правда это или нет, что когда человек называет ваше имя в сокращенной форме, то он забирает часть вашего счастья на себя. Вот поэтому я всех мучаю и говорю, чтобы называли меня ровно по имени, ни больше, ни меньше. Нашего президента тоже сокращенно называют по-другому, но от этого ему хуже не становится. Можно я вас буду называть Нео? Вам можно. Хорошо. Итак, в эфире Нео. Ну, во-первых, у вас такой космический вид. Во-вторых, я, в общем-то, не сильно вас оскорбил. Я думаю, что просто произнес три первые буквы. Вот. Что все-таки дает участие вот в этой программе, в этом конкурсе? Ну, лично мне дает просто интересный опыт, потому что я достаточно много участвовала в различных конкурсах с обеих сторон, и как участница, и как жюри, и как партнер. Вот, в данной ситуации я просто с интересом наблюдаю за девушками. Интересно будет увидеть уже потом себя со стороны, когда уже проект выйдет на экраны. Вот, интересно увидеть себя в разных ситуациях с незнакомыми людьми, с интересными людьми, амбициозными, красивыми. Вот. Интересно понаблюдать за девушками, и интересно, кто же у нас будет победительницей, потому что все красивые, все интересные. Вот. Но, наверное, звание королевы столицы должна не просто красивая девушка носить, а девушка, которая может стать примером, образцом для всех. То есть она должна быть, ну, прям по многим параметрам лучшей. Вот. И мне интересно будет увидеть, кто это. А мне даже сейчас пришла мысль в голову: королева столицы Центрального федерального округа. Звучит. Да, это давайте как-то предложим. Королева столицы соболеводства, например, или королева столицы рыболовства. Тоже было бы здорово. Каждому можно дать свою награду. Титул, да. Ну, развиваться всегда есть куда, поэтому можно предложить организатору. Мы, кстати, забыли самое главное в ППХ, пока тут режиссер кричал «тише», мы совсем забыли, что мы хотели сказать, а мы хотели поговорить именно про внешний вид. Вот вы очень необычно одеты, и ты необычно одета, Нео, из какой ты матрицы, скажи мне. Чем ты занимаешься вообще вот по жизни, я имею в виду профессионально? Профессионально мы с вами чуть-чуть коллеги, потому что я тоже журналист и пиарщик, только в сфере госслужбы. Вот. Но судьбой так меня вывело, что я стала заниматься своим любимым делом. Я стала дизайнером одежды, модельером, имиджмейкером и еще фотопродюсером. А где это посмотреть можно все? Это все можно посмотреть в социальных сетях, набрав мое имя Неанила. Вот. А также на нашем сайте neanila.com. Вот. Мы много всего делаем интересного, яркого, разного, нового, поэтому всем девушкам, думаю, будет интересно. Вот, и всем буду очень рада. Вам тоже, приходите к нам. Конечно, придем. Нам постоянно нужна новая одежда. Мы же в кадре. Мы, правда, только женщинами работаем. Ничего. Мы можем исключение какое-нибудь. Ничего. И мы перевернем кадр, и будет застегнут в другую сторону. У нас проблем с этим нет. Если бы вы видели, в какой одежде мы выходили в последнее время, вы бы очень сильно удивились. Например, мы выходили в связанном пиджаке. Он был связан из ВХС-пленки, из кассеты. А там был записан фильм категории 3Х. Ага, понятно. Вы не с Жанной Агузаровой создавали этот костюм? Нет, Жанна Агузарова, если бы увидела такой костюм, она бы обзавидовалась, я думаю. Думаю, да. Хотелось бы увидеть, конечно. Я думаю, мы вам ссылочку пришлем, да, пришлем ссылочку вам обязательно. Мне же надо развиваться тоже, разные вот новые направления, веяния, знать, быть в центре событий, поэтому вы меня тоже держите в курсе. Хорошо, мы вас будем держать в курсе, мы просто обещаем. И на сим мы прощаемся с вами уже теперь до следующего ролика. Чао. До свидания.